Секция по регби на курорте открылась в сентябре. Сейчас там занимается 50 сочинских ребят. На соревнованиях они разделились на две команды. Всего в первенстве Сочи приняло участие 6 команд Краснодарского края. Первое место заняли более опытные краснодарцы. Команда «Сочи-1» и «Сочи-2» пока в число призеров не вошли. Но это, подчеркивают наставники, не показатель для сочинских регбистов. Эти первые, а потому и исторические соревнования, были лишь стартом в большой спорт. Мы будем продолжать развивать этот прекрасный вид спорта. И, конечно же, хочется пригласить, пользуясь случаем, всех ребят, которые неравнодушны к этому виду спорта, которые хотят заниматься регби, приходить в наш центр и совершенно бесплатно начать с профессиональным очень тренером заниматься этим прекрасным видом спорта. То, что открытое первенство Сочи по регби состоялось в один день с матчем чемпионата Европы, не случайность. Наставники юных спортсменов рассчитывают, что игра профессионалов еще больше заразит их любовью к этому виду спорта. Поддержать сочинцев с основного стадиона пришли и французские болельщики. Ребятам уже бывшие регбисты подарили настоящую регбийную форму. Мы уже 5 лет посещаем турниры такого уровня, и в том числе турниры, в которых играет сборная России. И каждый раз, приезжая в ту или иную страну, мы стараемся делать подарки тем молодым спортсменам, которые участвуют в развитии регби. У этих ребят, как у игроков сборной России, большой потенциал, и тем и другим желаем выйти на топовый уровень регби.